Азербайджанцы вернутся на территории, находящиеся сегодня под контролем миротворческих сил. Как передает канал 13, об этом в пятницу заявил президент Ильхам Алиев на пресс-конференции для иностранных СМИ. Как отметил глава государства, это неизбежно, но потребуется некоторое время. По словам Ильхама Алиева, в Карабах вернутся все беженцы. «Я не хочу называть конкретные сроки, они есть у меня. Не хочу рано давать надежду, взволновать кого-то, но мы вернем в Карабах беженцев поэтапно и максимально в кратчайшие сроки», – сказал он. Президент Азербайджана также отметил, что Азербайджан будет привлекать российские компании к восстановительным работам в Нагорном Карабахе. «Мы будем привлекать компании из дружественных стран. Россия и Азербайджан – это дружественные страны, поэтому, естественно, российские компании будут привлекаться. Они уже и сами могут проявлять интерес, потому что мы получаем уже заявки из различных стран по определенным видам работ», – подчеркнул он. Глава государства довел до внимания, что уже поступили заявки на предоставление услуг по планированию городов, строительству объектов, в том числе инфраструктурных, дорог, мостов. Объем работ огромный. Территория более 10 тысяч квадратных километров освобождена, подчеркнул Алиев, заверив, что работы хватит для всех друзей Азербайджана.